Всем привет! Мы сейчас находимся в парке Dream World. А этот начинает рукать, короче. Народа пока немного. Мы пришли почти под открытие. Сейчас, короче, пойдем в воду, а потом уже все остальное. Вообще здесь просто утки прямо рядом. Офигеть! Они же такие здоровые. Утки, блин, это лебеди вообще, не? Лебеди. Лебеди, да. Там утки. Также в парке были представлены миниатюры чудес света. Это, к примеру, Тадж-Махал, пирамиды, Пизанская башня. Очень много было необычных скульптур, я сказала, потому что, к примеру, Эйфелева башня была самой большой из всех скульптур. Также там была китайская стена, она была, наверное, во всем своем масштабе, и хоть где-то я смогла ее видеть. Я вообще не представляю, как они все это делали, как они все это по часам тут собирали. Вот. Но мне очень понравилось. К удивлению, у нас было вот всего 4 человека, кто туда первый зашел. После того, как только уже мы стали фотографировать, стали заходить китайские туристы. Еще я заметила то, что фонтанчики многие не работали. Также, когда мы проходили, там впереди была железная дорога. И иногда приезжали в вагонетки, ну, маленький поезд такой небольшой. Вот, и за счет этого была такая мини-экскурсия по всему парку. Также я заметила, что, к примеру, если смотреть на Пизанскую башню, да, то многие туристы также пытались сфотографироваться с ней, как будто они не держатся, это не новшество. Очень сильно меня впечатлил данный экспонат. На самом деле я хочу на самом деле видеть его вживую, потому что я представляю, в каких невероятных объемах он. Это просто неповторимо. Та же самая Пизанская башня, статуя свободы, но она особо ничем таким уже не отличается. Я бы не сказала, что это чудо света, но, по крайней мере, нет ничего такого. Эйфелева башня. И, как я говорила, она была самая большая, ну, по крайней мере, по размеру, это самый большой экспонат. А Колизей, который находился впереди нас, он с виду был очень красивый, он тоже был большой, но весь нюанс в том, что в самом центре, туда, видимо, туристы кидали мусор, и оттуда этот мусор вообще никто не доставал, поэтому он как там лежал, так и лежит, наверное, до сих пор. Ах, да, забыла самое последнее вам показать. Здесь, да, у нас Стоунхендж. Это все чудеса света, которые здесь представлены. Вот. Смотрите, цветочки такие милые. Похоже на гвоздь. Это вообще что-то с чем-то, короче. Периодически эта собака писает. Там у нас король дама. Ребятки развлекаются. Это что-то. Блин! Давай. Также здесь есть и по Супермен. Прикольно. Также есть куча всяких штук. Здесь очень красиво. В этой можно охладиться слегка. Здесь распылители стоят специально с водой. Здесь силач, померится с ним сила. Вот. О, также есть Принстоны. Принстонс. Тут Принстоны, Коль! А, короче, вообще. Прикольный парк. О, это из Читоса. О, вообще жара. Там генератор воды. Здесь куча всяких игрушек, аттракцион. Ну да, я постоянно незаменная. Ничего не меняется. О, какие медведи. Эй, не попал. Ты хорошо играешь? Да, я хорошо играю. Точно? Уверен, выиграй сам игрушку. 100 бат. 3 игры. Да, понятно. Сейчас сюда погадаешь, потом будем пытаться выигрывать игрушку.
Я в Ленинградце, в Москве не верю, но в Ленинградце. У тебя магазин сувениров всяких, шмоток. Как бы ничего не меняется из года в год. Также там был корабль, на нем они стали кататься, потому что после него сильно очень укачивает. Но мы прокатились на данном аттракционе. Это что-то вроде американской горки. Единственное, петли он нам, конечно, и не делает. Но для тех, кто боится высоты, я бы все-таки порекомендовала. Это как-никак есть попытка побороть свой страх. Там очень прикольно. Некоторые... Мы сидели вообще в самом начале, а сзади нас, наверное, на ряду третьем сидела вообще маленькая девочка. Вначале страшно, потому что когда сильно тормозит, стрёмно. Также мы катались на данном аттракционе, это называется Гранд Каньон. Вы садитесь специально в такую вагонеточку и просто производите сплав по данной реке. Она прикольная, но рекомендую покупать дождевики. Мы купили дождевики, по-моему, рублей за 31. Вот. Они пригодились, потому что есть еще одна водяная горка, просто, к сожалению, не смогла ее снять, но она просто мега крутая. Вам, думаю, понравится. Попробуйте покататься на этих аттракционах, они очень веселые, забавные. И поверьте, прокатившись один раз, вы захотите прокатиться еще раз. А, да, на второй горке вы, думаю, прокатитесь 5 раз. Илюх попробует потом играть нам игрушку. Попробуешь игрушку нам играть? Какую увезем, непонятно. Если, конечно, выиграем. А все, что ли? That's all. Это было страшно. У меня до сих пор колено перекрылось. Обосраться. Этот аттракцион называется «Торнадо». Он был, наверное, одним из самых страшных, которые я только там видела. В один момент я захотела прокатиться на нем вместе с братом, но, посмотрев, подумав, мы все-таки решили отказаться. Во-первых, потому что я боюсь жуткой высоты, там они поднимаются на высокодовольную высоту. При этом данный агрегат крутит вокруг вас все время по часовой стрелке, и с моим вестибулярным аппаратом аттракцион просто превратился бы в пытку для меня. Я убрала звук именно с самого аттракциона, потому что там были просто нереальные визги-писки, вот. И мне кажется, там, кто запускал этот аттракцион, было очень даже весело смотреть на то, как бедные туристы и тайцы визжат, кричат, закрывают глаза. Но если вы любитель острых ощущений, то, пожалуйста, это самый страшный аттракцион из всех аттракционов, которые есть в данном парке. Также у них есть комната страха, рекомендую сходить в нее, потому что если вы бывали в тайских аттракционах, ну, имею в виду именно комнату страха, то вы знаете, что они мастера пугают, особенно если там есть 3D. В этом аттракционе нет никаких 3D-эффектов, там нет людей, сразу вам говорю. Мы просто ожидали, что нас все время будут пугать, и вот это ощущение самого страха, оно как раз и сыграло на руку тем, кто построил аттракцион. Потому что, на самом деле, мы больше боялись, что нас реально будут пугать, чем то, что там происходило. Также мы покатались на вагонеточке. Это фуникулёр называется, по-моему. Вы садитесь в такую маленькую вагонеточку и катаетесь, смотрите на весь парк. Парк очень красивый, там видно его просто как на ладошке. Множество кустиков всяких. Там, по-моему, даже вдалеке, вот как раз сейчас вы видите, это поле. Оно не входит в территорию парка. Также там внизу был Гулливер. Вы его чуть попозже увидите. Это просто невероятно, это очень красиво. Парк сам по себе небольшой. Также вы можете, да, посмотреть там в этом домике, который вы видите, там живет бабушка. Также там есть еще такое, скажем, ведьмина пещера, ведьмина логово, как переводить. И я думаю, если вы ничего не ожидаете, вы там испугаетесь. Вот как раз Гулливер. С высоты его смотрится вообще просто классно. Когда проходишь мимо, думаю, что он такой не очень-то большой. Там были также комнаты страха и еще дополнительно про инопланетян, кстати, рекомендую, мы там повизжали хорошенько. Вот, 3D-кинотеатр тоже ничего, так, забавная штучка. Все аттракционы бесплатно, кроме водного парка, нам обошло все это в 600, что ли, или, да, по-моему, 600 рублей или 800. За 1000 вы можете посетить еще аквазону. Огромный дом. Сейчас мы попадем в Джей. Как его звали? Он был. К
сожалению, я снимала на другую камеру, поэтому здесь немного плохо видно. Это эффект рябого глаза. Это дом тролля из фильма «Шрек и бобовые стебли». Это клетка, в которой сидела птица. Прикольно. Там наверху еще можно подняться. Круто. Огромный шкаф. Великан. Просто огромная кресло-качалка. А можно туда залезать вообще? Офигеть. Огромный стул. О, это стол. Яйца, которые несет губка. Джек. Там у нас лежит великан. Давай, получим. И здесь все просто огромное. Мы такие маленькие, вообще непривычно. О, тут даже паук есть. Паук-гигант. Данный аттракцион вообще просто нереально крутой. Мне он безумно понравился. Такой аттракцион был еще в одном бангкокском парке аттракционов. Только здесь были ремни безопасности. Вы садитесь, закрепляете ремни, и вас раскручивает то в одну сторону, то в другую, при этом поднимая каждую из сторон. И чем больше народу будет сидеть на этом аттракционе, тем дольше вас будут кружить, и тем больше будут поднимать вверх-вниз. И там, кстати, у кого слабый вестибулярный аппарат, не рекомендую кататься два раза. Мы прокатились один раз, потом второй раз, и это было уже потом перебором. Он крутит сначала в одну сторону, потом в обратную. Но это самая прикольная развлекуха, которая только есть, и она совсем не страшная. Главное, уберите свою сумку, прежде чем садиться на этот аттракцион.